Кофе, мы рады вас видеть. И если вы вчера разогрели спагетти с фрикадельками в микроволновке, и у вас все это взорвалось, и на стенках просто образовалась грязь, ни в коем случае это нельзя оставлять на следующий день, потому что иначе это все присохнет, ты никак это не уберешь. Нужно тут же все это убирать. А вот каким способом, прямо сейчас с Антоном мы протестируем супер крутой лайфхак, супер замечательный способ для того, чтобы очистить вашу микроволновку. Причем он достаточно простой, и никаких химических средств для этого не понадобится. Добавлю к этому, что не надо устраивать скандал тот, кто засунул в микроволновку эти фрикадельки, и все разлетелось. А все легко уладить с помощью лимона. Итак, давай я буду выполнять, а ты будешь говорить, насколько бери. У меня перчатки. Нам понадобится вода, нам понадобится емкость для нее, чтобы поместить в микроволновку лимон, губка и нож. Разрезаем лимон, да? Да, разрезаем. Полстакана воды наливаем. Так, полстакана воды я сюда буду наливать. Да. Угу. Сделала. Разрежьте пополам лимон. Разрезаем. Выдавите в чашку лимонный сок и бросьте туда же обе две половинки. Обе две. А ты можешь мне подать, пожалуйста, вилку, потому что вилкой выжимать сок гораздо удобнее. Это тоже лайфхак от Яны Басис? Это лайфхак от всех людей. Оказывается, вот так вот можно легко, без соковыжималки, просто вилкой. Да. Ты меня не перестаешь удивлять. И второй туда же, да? Да. Я пока поставлю микроволновку на 3 минуты, чтобы ее прогревать. А, кстати, тут не написано, при какой температуре. Ну, стандартно, наверное. А стандартно это сколько? Ну, сколько вон там у наших ребят стоит? У кого ты забрал микроволновку? Стоит на суперфэшн. Это понятно. А можно разогревку поставить? Сейчас мы все сделаем. Подогрев, да, подогрев. Это разморозка, да? А это что? На авто поставь, ради бога, и все, здесь Антон. Нет авто. Вот как стояло, так и стоит пускай. Все. Мы не будем включать сейчас пустую микроволновку, ведь для этого мы сделали воду с лимоном. Для телезрителей, которые пропустили. Переживают. Вот так все, да. Правильно? Мы взяли полстакана воды, выдавили туда лимонный сок и две половинки лимона ставим в закрытую микроволновку на 3 минуты. Все,